Mitsubishi начинает российские продажи обновленных кроссоверов ASX. Модель выпускается вот уже 10 лет, но сохраняет актуальность благодаря постоянным модернизациям. Нынешний большой рестайлинг уже четвертый. Перемены оказались масштабными. Во время рестайлинга пришли полностью новая передняя часть кузова, дизайн которой заточен на актуальный стиль марки Dynamic Shield. Решетка, фары, крылья и капот тоже другие. Заметим, что дизайнеры отказались от характерного для этой модели короткого капота, заменив его более привлекательной деталью. Теперь клюв заходит прямо на решетку радиатора. Сзади изменились фонари и бампер. Вся оптика, включая противотуманные фары, по последней моде переведена на светодиоды. И это большой стимул, чтобы выбрать комплектацию Intense или InStyle вместо базовой InForm на галогенках. Кроме того, заявлены свежие цвета кузова, насыщенный коричневый и яркий оранжевый, а в списке доступных колес впервые появилась 18-дюймовая размерность. В салоне первым на себя обращает внимание новый экран медиасистемы. Его диагональ увеличена до 8 дюймов против прежних 7. Само головное устройство увереннее синхронизируется со смартфонами через систему Mitsubishi Connect. Из-за выросших размеров тачскрина центральные дефлекторы вентиляции переехали чуть выше. Закрывает перечень интерьерных обновлений новый материал обивки сидений. В плане техники все стабильно, и это тот случай, когда старый надежный друг точно лучше любых новых двух. На нашем рынке по-прежнему будут представлены лишь атмосферные бензиновые модификации. Базовая с мотором 1.6, передним приводом и механической коробкой передач. А с системой полного привода работают 2-литровый 150-сильный двигатель и вариатор. Внедорожные способности модели не изменились, так как рестайлинг почти не повлиял на геометрические параметры. Но клиренс машин с большими колесами увеличился на 20 мм. Как и до рестайлинга, обновленный ASX будет поставляться на российский рынок напрямую из Японии. Цены были объявлены сильно заранее. На выбор 5 фиксированных комплектаций. Стартовая версия InForm стоит 1 432 тысячи рублей, а самый дорогой InStyle на 440 тысяч дороже.